Одинцовской музыкальной школе состоялся отчетный концерт детского хора при Гребневском храме. Музыкальный коллектив полгода назад стал частью хорового отделения учебного заведения. Для него это первый отчетный концерт в новом статусе. Поздравить ребят с успешным окончанием года пришли педагоги, родители и маститые музыканты, ансамбль солистов Московской филармонии, Академия старинной музыки под управлением Народной артистки России Татьяны Гринденко. Это действительно чудо. Ансамбль с мировым именем в стенах Одинцовской детской музыкальной школы. Солисты Галина Мурадова и Анастасия Мельник. Лауреаты международных фестивалей. Сегодня опора и поддержка молодых талантов. Такое единение на сцене профессионалов и юных артистов не только творческий эксперимент, но и партнерство. Ребята получают невероятный опыт, а музыканты – вдохновение. Для детей очень важно, чтобы они могли сотрудничать, с настоящими профессиональными музыкантами, у них учиться. Хормейстер детского хора при Гребневском храме Светлана Наумова. Под ее управлением коллектив не раз становился лауреатом районных и областных конкурсов. На концерте юные музыканты исполняли «Стабат Матер» проникновенно и сдержанно. Так, как должны звучать произведения из сокровищницы духовной музыки. Для всех, и для педагогов, и для родителей, и тем более для самих участников, хористов, это грандиозное событие, это итог годовой работы. Я думаю, что мы выложились на все 100%. Отчетный концерт завершается под громогласное «Браво!». Аплодисменты, цветы – это признание в любви, таланту и творчеству юных одинцовских дарований от благодарных зрителей.